Анюар Гедуев, российский борец, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, обладатель золота европейских состязаний в Баку, заслуженный мастер спорта. Чемпион, или как его прозвали в профессиональных кругах, черкесский лев, провел тренировку в греко-римской борьбе с уссурийскими девчонками и мальчишками. Главная цель визита особого гостя – на собственном примере замотивировать детей на достижение еще больших высот. Это для меня большая честь, на самом деле. Сами видите, сколько молодых ребят занимаются именно борьбой, этим видом спорта. И для нас это мы обязаны вообще донести и как-то мотивировать, чтобы они побольше времени уделяли спорту, в общем. И что это реально достичь таких высот, Олимпийские игры, чемпионаты мира и так далее. Герои Олимпа именно в рамках этого нового проекта «Навстречу к детям» совместно с Анюаром Гедуевым приехали и другие именитые спортсмены. Чемпион России, призер мирового кубка и победитель Европейских игр, а также золотой медалист Олимпиады в Рио Давид Чеквитадзе. И российский дзюдоист и самбист, также олимпийский чемпион Беслан Мудранов. Перед началом тренировки гости пообщались с детьми, рассказали истории своего успеха, тем самым доказали, что наивысшего ранга в спорте может достичь любой. Главное желание, упорство и труд. Большое внимание, скажем так, уделяется тому, что невзирая на национальности, у нас страна очень многонациональная, вероисповедание, то есть вот мы все в едином порыве, да, мы все стоим одной такой плотной большой стеной, вот, и, ну, спорт, как в свое время сказал Пьер де Кубертен, основатель олимпийского движения, да, что это посол мира, вот, мы здесь являем, пусть пока в рамках нашей страны, но хочу сказать, уже отзывы идут от дружественных стран. И сейчас уже ведутся переговоры о расширении географии не только самого проекта, но и организации совместных соревнований, чемпионатов и вообще спортивного взаимодействия. Кураторы сделали акцент на том, что в первую очередь герой Олимпа – социальный, в рамках которого идет плотное взаимодействие с детскими домами. Вот и в этот раз чемпионы выступили с мотивационной речью перед воспитанниками Центра содействия семейному устройству в Уссурийске на Фадеева 20. Вдохновленные слушатели уже вынашивают идею попробовать себя в других видах спорта, так как в основном занимаются футболом и волейболом. Виктория Калинина, Марина Роман, Игорь Антонов. Телемикс.